Предлагаю вашему вниманию сервер VetRust. Сервер новый, поэтому бегом его заселять, вас там ожидает X5 сбор, ускоренный крафт предметов, ускоренная переплавка, хорошие киты, мощный сервер и кланы. Адрес сервера в описании под видео, подключайтесь. Стенку и все, какая разница. Тихо. Так, ой. Вот эту стенку хочешь бомбить? Да. Ну давай. Но просто видишь, так, мне кажется, две крайние ближе к карте. Он не смог застроить здесь, поставить. Видишь, у него эти стены-то эти. Он не смог здесь поставить. Все может быть, но можно было фундамент поставить. А, на скалах нельзя фундамент строить. Да. Ладно, все, ебашим, давай. Ну он не зарежет. Надеется. А, ты низ еще дамажишь? Ну и нахер, я отойду. Да низ это ничего. Ничего себе красиво, ты видел эффект такой был? Нет. После выстрела смотри на эффект дыма. Смотри, в разные стороны, ничего так. Вот армовый, я тебе говорю. Ага. А это все опять-таки ячейки. Ну, так и надо херачить туда, где армор, ну, потолок. Да. Возможно, куда-то попадем. Бомби. Только уйди с этого потолка, а ты упадешь вниз. 13 хп. Думаешь, я его разобью? Конечно. Нет, не должен. Конечно, не должен, давай. Нормально. Карный эффект выстрела. Не знаю, на что там фапает. Я в угол стреляю. Этого не вижу. А, ты не видишь? Может, это должен ты стрелять? Там как бы отводы идут спиралями. Дыма этого. Это, наверное... А, это у меня, я же на максималке играю. Все такого нет эффекта. Ага. Аккуратно. О, ебать, печки. Спрыгивай, с печки запрыгнем. Смотри, лут. Ага. Есть. Лут. Наконец-то. Наконец-то. Конец. Ну тут так, короче, 800 там топлива, 1000 пороха. В печке 76 дерева. Ну, так и вот так дальше вот сюда бей. Дальше вход к луту, надо вот туда правее. Думаешь правее? Давай. Или наоборот под меня. А нет, подо мной уже не арма. Арма? Ну, стена армированная. Нет, стена-то да, вот это боковая, не армовая. А, ты сбоку? А, все, а ну, давай там туда, боковая, давай, может давай быть туда. Армовая, хотя. Да давай, вон как раз и стена да, задамаженная. Зачем мне отходить? Ты что, умрешь? Ты... Я буду умирать, да? Давай. Так ты этот потолок хочешь бомбануть тоже? Ну давай. Ну да, но вариантов нет. Нет, но я хочу, чтобы... Оп, тихо. Дым нихера не вижу. Есть что-то. Нет? Нет. Нет. Сейчас мне тот надо потолок дамажить. Как-то. Да никак не задамажишь. Сейчас только стрелять вообще вот сюда. Попробую, попробую. Я вот так и хочу. Все, надо домой лететь. Что, ракет нет? Да. Хуес. Ну ё-моё. Все, мастер, твоя очередь. Окей. Прикинь, бежит, несется, а у лошади теперь звук, как будто это человек бежит, понял? Я аж охерел, и она такая на меня лупает глазами своими. Ну чё ты не встаёшь? Калькулятор, что ли? А, мастер? Всё, пришёл? Да я за швепсом гонял. За швепсом? По швепсису любишь? Охуенная тема. То есть это не основной лут, ты так думаешь, да? Как тебе сказать, значит он полный нищеброд, если это его основной лут. Да я вообще не понимаю, как они лут хранят, где есть, блядь, ремув дома, это же пиздец. В ящик какой-нибудь засунул и всё. Так, давай ты мне покажешь, как идти, чтобы допрыгнуть туда. Так, стой. Здесь. Ага, вот, давай прыгай. Ой, бля! Ё-моё. Иди ТП принимай. А, на кулдаун. У тебя да? Кулдаун. Да сук. Да куда ты прыгнул? Я ж не успел посмотреть. Блять, дай стрелять. О, понял.
Отойди, отойди. Это от пуль должно быть. Оп, все, нормально. Так, ну что, продолжаем нашу миссию. Так, вот только я, по-моему, только правую не дамажу, да? А, дамажу. Дамажишь? Ты ж туда стрелял, да? Да-да, дамажил, все. Нихуясь. Аккуратней падай, не вылезешь потом. Дверь. Да, слева пусто, прямо дальше, значит, ячейки. Херач. Оп. О, ящики. А как вылезешь? Один ящик. С ящика попробую. Блядь, нет, хуй. 222 хп. Будешь добивать этот? Ну, конечно. Армор вылезет, кстати. Скорее всего. Боня. Он, это все коридоры, а лут у него дальше, вот еще дальше, и здесь подо мной может быть. Сомневаюсь. Подо мной армы нет. Ну что, прыгай, вкусно. Патроны, шприцы. Опять патроны. Еда жареная. Так, что еще? Хуйня, короче, да? Ну да, так. Выбей след. Ой. Следующий потолок. Следующий потолок, там ничего не будет, нам надо дальше поломать. Как ничего не будет? Это, скорее всего, тоже тамбур, которым он заходит сюда к тебе, к луту. Думаешь? То есть он, вот там у него вход в дом, да, он пробегает по этим коридорам и заходит вправо, все, вправо, вправо. И дальше вправо, вправо. Вот спрашивает мастер, когда нам ТП? Ты все равно выбьешь его, потолок. Угу. Уже, а нет, еще давай. Еще раз. Ну да, скорее всего там нет ничего, прыгни. Да подожди, не вижу еще. Оп. Ой, что-то волосы какие-то видел. А, это этот. Стол изучения. Да. Угу. Ну вот дальше. Блядь, еще вот туда я бы, если бы упал, то я бы выбрался через стол. Давай, херач дальше. Спасибо, я еще прыгнул. Сколько у тебя арма там стена? Какая? Вот это? 420. Ну ее проще. Давай. Не башут мне. Сука, хитрый дом, а? Хитрый. Прям мастер оценивает. Прям показать, как надо строить антирейдовый, да. Ты покажешь сверху, как он строил. 34 хп, да ладно. Очень грамотно. Да, неправильно стену не разобьешь. Да, стреляй. Так, тебе все равно выходить. Давай ты на хом, бери гранат и на меня тп. Стреляй. Грантами зовем. Да ракет мало. Ну давай. Хорош. И что? О, ресерч. Да, ресерч. Я смогу выбраться. Угу. Вот у него армированная комната последняя. И у него потолок 222. Там, скорее всего, тамбур. Так, получается, вот эти две комнаты только у него лутовые, что ли? Либо... Не, ну, а что если он вот этот армор ремовит? Не, ну у него там ящики стояли, вряд ли он ремовит. А почему он ящики поставил в центр пиларов? Ну, потому что иначе сложно поставить. Что за звуки? Не знаю. А, ветер. Вот у Small Station всплывают. Не, это ветер такой. Куда ты бомбишь? А здесь потолок не хочешь выбить, который? 220? Сейчас выберем. Здесь просто хп мало было. А, давай. А, вот шкаф основной. Да ладно. Угу. Выписал его, добавился. Отлично. Мы теперь везде сможем ходить. Ну да. Юрист. Телепортацию требует. Оп, застроил. Так. Забиваем тут потолок теперь, да? Да. Давай. Сейчас это. Примешь юриста, у тебя же будет этот. Ну. Не знаю. Сейчас. Ну, у тебя привилегит. Туда же. Что там? Че там? Что там? Мне кажется, ничего уже там нет. Там этот, репайр. Да, хотел сказать, как раз стол следующий. Ремонтный.
Да нахера так, мне спамить-то в этот, я не понимаю, в чате что ли не пишется, блядь. Бонни, так мы на втором этаже, ты прикинь, это стейбл, но еще ниже этаж. В смысле? В смысле? Прямом, ниже еще ты этаж. Ты меня отсюда вытащишь? А, нет, только, по-моему, с этого, с ресерча. Нет. Ну смотри, на втором этаже, мне еще под этим вниз надо ломаться пробовать. Ну попробуй мне поставить. Где я должен стоять? Вот, да, вот там. Нет, мешаешь. Какого уя? Меня заперли. Ткань есть? А, да прими ТП там тогда, просто. Не смогу, здесь второй этаж. А, второй этаж. Ты ТП, ткань брал у него? Этого бомжа? А, да, да. Сделай лестницу обычную. Лестницу, ё-моё, да. Да, да, штурмовую. Так, скрафтил, выпало, хера. Чё, фуловый уже? Да, я фуловый. У меня ракета зажигательная, кстати, есть. Не, надо изучить. Так, смотри, вот у него еще первый этаж, там, скорее всего, еще. Так и вот сюда есть. Тогда, в крестовину, вот сюда бить, мы выбьем два этажа. Понятно, смотри, 800 хп, а у нас осталась одна ракета. Ну так еще дома же есть, и все. Все, я все взял. Я взял все. Тебе говорю, вот это образец дома антирейдового, ты подписчикам прям покажи его. Вот отсюда. Как надо грамотно строить. Видишь? Во-первых, треугольники здесь вот трудно дойти, во-вторых, куча ячеек. И обязательно этажей не один, два, три, как минимум. На втором лут. Ну, максимально сложно, конечно, на X2 легко, но на X1 там хуешь. Так, давай, в общем, ребят принимаем, что ли, с ракетами. Давай. Спасибо. Ну, а уже ТП кидает, хуеси. Кто? Торрес. С ракетами готовы. Торрес. Бригада собралась. Бригада У. Ага. Юрист, как всегда. Нихуя юрист набрал, блять, патронов. У меня-то патронов столько нет. Откуда у него? 300 патронов пацан с собой взял. Нормально. Вообще. Сколько ракет? 9? 9. Ну, одна наша, 10 получается. Должно хватить. В смысле, ты у него забрал, что ли? Угу. Да, в смысле, а может он хотел сам пострелять? Еще фанатей, да ёп. Толпа такая. Подмога. Ага. В смысле, у тебя 4 ракетницы? Ой, 3. Нормально? Хера ты, Джонни Рэмбо. Ну вообще жесткий. Жесткий. Смотри, Бонни, там снег. Какого хуя, я не пойму там у него. Подожди, так это потолки нычки, что ли? За походу? Я не могу понять. Вроде. Стреляй, 210 осталось. Потолки нычки, правильно? Да. Но у него везде стейбл. Как это можно понять? Я давай. Тоже не понимаю. Сейчас, может, фундамента стейбл появился? Я что-то не знаю, похуй знает. Вот я и стоял, смотрел, вроде первый этаж, а везде потолки. Херово дамажится, где-то. Ну ёп, даже стейбл это... есть теперь. Стейбл есть теперь у фундамента, сука. Сколько хп, нет смысла добивать? 34. Киркой, у кого кирк там дых? А, я могу скрафтить. Пацаны с этого дома, лут мы отдадим вам. Надо раздолбить вот этот фундамент, у него, возможно, нычки под ними. Оказывается, стейбл добавили на фундамент, и чё за жесть? Вообще, нахуй стейбл на фундаменте, он всегда жестокий. Пиздец. Так, что мне выкинуть-то, ё-моё. Я и долго смотрел и не мог понять, бля, какого хуй стейбл. Где ты там? Иди сюда. Нет, скорее всего, ничего будет. Но у него еще две ячейки армовые есть. Группа какая-то. Ты же говоришь, где-то слышал, как будто были, или это ветер все-таки? Ну, это походу ветер все-таки. Что-то он там разбил. Это я дальше. А, это ты разбил? Оп. Чё? Нет. Нет, смолстэши нет. Тут еще армовые ячейки, мне интересно бы и в них заглянуть.
что надо? Мастер. А, мне ничего не надо. Нет, ты говоришь, что надо еще? А, заглянуть, еще армовые ячейки есть. Вот здесь, поднимись ко мне. Ну, вижу. Фундамент будет. Иначе добраться сложно. Давай. Блин, если бы мы знали. Стейбл, то ё-моё. Это вообще жесть. О, у нас там один застрял. Теперь можно, знаешь, что делать, Бонни? Спокойно фундаментные нычки делать. Сделайте штурмовую лестницу, сделайте штурмовую лестницу. Этот поставит мастер. Да там ТП можно принять уже. Сейчас сделаю. Чё там, Бонни? Сейчас, подожди. Вывалился лут. Иди собирай. Иду. Охереть. Там что дерево, это? Это печки. Это печки. Что это? 13 тысяч металла, 96 сульфура, возможно, было. Кому лестницу скинуть? Мастеру. Мастер поставит. Да пусть ТП кинет, у меня здесь привилегий. Или ТП кинь мастеру. ТП кинь тогда мастеру, если что. Ну вот, начинают все мешаться. А это я ставлю кулдаун, его, возможно. Не то. Блин, что за жесть, а не дом какой-то. Да я тебе говорю. Все кинули ТП? Пиздец. А? Да-да, принял. Давай последний вот этот пол и уходим. Вот, вот здесь вот, да? Стыкнуть вот сюда, да? Да вот следующий. Где? Да ты где-то? А, ну да-да. А вот, 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 да, да, вот. Да-да-да. Ну что ж, они. А, кстати говоря, сделал я с этим оверлеем у себя, не работает все равно. Mm-hmm. У меня галка стояла. Ой, что? А, это у тебя? Где? Ты я. Шалю. Сука, 5 печки, да? Да, печки. Ой, вот он! Сик. Ты он реально его? Больной, блядь. Сик, это же бой болезни. Вот он больной. Дайте посмотреть, кто там лутает уже, блядь. Ага. Но у него, если что-то было, то уже прошло. Забирайте. Забирайте его. Прошло. Да они это, уже залутали его. Забирайте там еще вот ракетница. Ракетница целая, укатывается, забирайте. Так, Бонни, в общем так, я тебе скажу, склад такой. Ну? Хуёво все. В смысле? Ну чё там? Ну там еще может быть ячей. Мы ну лут не нашли, у него где-то за крышей, ну вот. Нормально. Чё бомбить надо? Ладно, давай тогда я ТП за этими ракетами крафчу. Все, ТП шусь. Зажигательное все выложить не можешь. А ты да. У меня уже. Все забрал. А, да? Вроде. Ну вот ой, одна а что это такое? Осталось? У меня глушитель отвалился, что за херня? Или у кого-то глушитель? Это как понять? У тебя здесь есть глушитель? Нет. Написано, я даже мог. Ты сейчас. Ой, в смысле. Там была дельта написана. Прикинь. Вот, это комната, короче, осталась. Охуенно. Ебашим ее там. Давай, давай, давай. Так в уголок сразу бей, правильно? Ну справа. Какой? Там уже на выход. Какой на выход? Налево? Да, там мы а уже справа? Были. Справа мы были уже. Давай смотрю. Налево бей. Налево тогда бей, в угол. Прикинь, в башне будет прятать. Ну... Пиздец. Там башня-то вообще ни о чем. 4 ракеты и фундамент. Но он явно прячет, сука, где-то. Блять, мухи. Блять, зиме, что за херня? Ой, куда я иду-то? Под ракеты. Под горячую руку. А ты, кстати, лусецки-то подобрать не сможешь? Почему не смогу подобрать? А, все, хп мало у двери. Дверь выбиваю. Да, нормально, вообще пусто. Пусто? Угу. А здесь? Ой, а здесь какой-то проход.
Ну, значит... Все комнаты открыли, где он крысит-то, ёшки. Давай башню. В одном из треугольников, может, Ваня, не думаешь так? Ну, еще у нас разница, мы будем все треугольники выбивать. Да, это пиздец. Добить, думаешь? А, нет, это треугольник не надо. Нет, это фундамент, да. Пошли башню бабахать. Пошли. Как там, пройти-то? А? Вот сюда, запрыгивай, где вот тут сидит этот. Ага. Торос, ну где-то прыгал. Ну, ага. Потом сюда. Отлично. Так, а теперь? Тут что-то, блядь, не так. Что-то здесь не ладно. Мотблоки убрали эти сволочи. Были бы блоки, вообще было бы ништяк. Ну и чё? Сейчас посмотрим, мы все вскрыли у него. У него башня на два фундамента. Фундамент выбивай, она полностью рухнет. Думаешь, там утец? Не, 2 на 2 она. А, 2 на 2. А, ну все равно, давай. Там высокий фундамент, протиснемся. Какой из них высокий? Ну, дверь, смотри, по уровню. Вон туда бей. Где вот, ну здесь вот, где дверь у него. Лезем, думаешь? Да все равно нам хватит, чтобы разрушить башню, стреляй. А чё не сверху? Ну, как, вот отсюда, вот по фундаменту и башню. Ай, это я тут веселюсь. Это так было запланировано, да? Ага. Остаться на лоу хп. И? И хер-то. О! Отойди, Кабони. Что там? Да отойдите все. Отсюда. Отойдите оттуда. Ну, просто стрелковая башня, да? Охеренно. Да вообще. Где он лут закрылся? Мне вообще интересно. Да вы понимаете... А что это за... А что вот это? Мы там были? Не знаю где. А, да на вот улице-то? Башня огромная. Вроде нет. Ну, пацанам я дал лут, который мы нашли. Нормально как бы. Вот. Mm-hmm. Вот это вот. Видишь, где у него вход? Мы там были? Вот в да, этой каменной хрене. Угу. Видишь, что черное? А, у тебя не показывается, да? Ну, теперь показывается. Ну, не знаю, значит, пацан все круто слепил. Ай, бля, ну мы же все почти раздолбали, как? Не знаю. Че, пацаны, мы вам лут отдали, который нашли. Как бы все, здесь мы не можем нычку найти. Где-то у него сныкано, походу, все основное. Может, вообще не в этом доме даже? Понятно. Ну, вот ты ж с Торосом, вы в тиме все. Я дал ему весь лут, там делитесь, что. Что есть, что нет. Да-да-да, он дал. Он отдал. Че, он шприцов не надо? Все, спасибо. Да нет, есть. Бонни, я вижу кучу треугольников вот у него на улице. Мне кажется, в одном из них лут. Давай расканем. Да ну ты охереешь там их по 5, по 6 впритык. Ну там лут 100%. На улице. Вот спрыгни с башни с окна. Так кувалда. Я понял про да, что-то. Да, их две таких кувалд, даже три. В одной из кувалд у него лут. Ну, ну там возможно, очень много да. ракет надо. Ну я тебе говорю, что это значит, вот это пособие много. Как сколько спрыгнуть? У тебя осталось? 17. Ну так по два фундамента ты же сразу можешь выносить. Ну там таких кувалд ты видел сколько? И это и то догадки, а вдруг там нет? Ну давай ну, правую кувалду вы... заберем. Вот которая именно первую мы видели. Сейчас юриста прямого сидится. Мне кажется, все-таки наоборот, которая ближе к воде кувалда. Думаешь? Угу. Ну не знаю, давай попробуем. Какую-нибудь забрать. Я пошел дальше, как он домик вахту нам. Хватит. Хватит нам? Пошли. Пошли. Мастер просит веревочную лестницу какую-то. А, у меня нет ткани. А ты можешь топашки наши принять там за периметром? Да. Ну мне надо выбрать. Сейчас мастеру ТП напишем все и выберемся отсюда.